Национальное искусство на новый лад. Юные художники из города Муданзяна возрождают традиции своего народа. Делегация прибыла в Уссурийск, чтобы показать горожанам свои работы в стиле гохуа, название которого дословно переводится как «живопись нашей страны». Сама техника рисунка тушью на рисовой бумаге зародилась в Китае еще в 3 веке до нашей эры. Сейчас мало наших соотечественников рисуют в технике гохуа. Мы стараемся сохранить традиции нашего народа и не только в области изобразительного искусства. Воспитанники студии приехали в национальных костюмах, познакомили гостей выставки с традиционными обрядами. Так по залу разнеслись ноты благовоний. Гости из Китая приготовили ароматный антидепрессант. На соседнем столе парень умелыми движениями вывел иероглифы на манер древнего письма. Но самым зрелищным оказался мастер-класс по приготовлению чая. Правда, все инструкции на китайском. Уссурийская сторона в восторге от умений китайских детей, особенно в области живописи. Некоторым авторам по 8 лет или чуть более того. Но этого не скажешь по качеству нанесения рисунка. Настолько хороший уровень, что нам, даже специалистам, трудно отличить, где же работа детей и где работа взрослых уже людей. Я думаю, выставка интересна, и мы будем сотрудничать. Экспозиция работ воспитанников китайской творческой студии прибыла в Уссурийск всего на 2 дня. Поэтому тем, кто хочет взглянуть на традиционное искусство Поднебесной, советуем прийти в Дом художника в среду, 19 июля. Анна Клыга, Никита Файзулин, Телемикс.